Всем привет! И сегодня хочу вам снять видео и рассказать, собирается ли моя гусынька садиться на яйца. Вот тут у нее гнездо, она яички прячет. Там у нее их вообще достаточно много. И как вы помните, специально для того, чтобы она села, мы отгородили тут гусей отдельно. Она занесла, ну, она и неслась, все хорошо. Несла яички. Но никак не садится. Вот уже сколько прошло времени? Больше месяца, месяца два уже, наверное. Ну, не два, ну, месяц точно. А она никак не усядется. Нанесла тогда, знаете, уже даже по ночам сидела, я думал, сядет. Но потом я прихожу утром, а кто-то всю солому из гнезда потырил. Может, куры к ним забрались, поразгребали, но, в общем-то... Ну ты нормальный, прям в корыто. Поразгребали всю солому, и, в общем-то, она забросила вообще гнездо. Ну, я ей положила новой соломки, она заново вот начала нестись. Но так и не садится вообще чего-то. Несется, яички вот прячет, но не садится. Яйца у нее неоплодотворенные, потому что наш Мартин ее не топчет. Сколько раз проверял, и под утку клал яйца, ну, пару яиц и в инкубатор проверял на оплот, но нет. Так что гусака я, наверное, буду потом заменять. Ну, пока что пусть сидит. Ну, вообще, знаете, как я сделала? Она, если сядет, я ей просто куплю яйца другие, и она будет сидеть, ну, на гусиных яйцах. Высидит птенцов, и вот из этих птенцов вырастет новый самец. А Мартик лентяй. Я не знаю, почему он ее не топчет. Что не так? И, в общем-то, ну, не знаю, буду очень надеяться, что сядет. Не сядет, может, в инкубатор заложу гусиных яиц. Ну, чтобы получить гусяток. В принципе, да, что два гуся, хотя бы 2-3 гусыньки оставить. И заменить гуся. Хочу серых гусей еще очень. Ну вот, и тогда, или может уже куплю гусят готовых, или в инкубатор заложу яйца, или может вон уточка сядет какая-нибудь, под нее подложу, ну что-нибудь придумаем. Под ту же курицу можно положить, в принципе-то. Только много не вместится под нее, поэтому лучше уж закладывать тогда будет в инкубатор, чтобы побольше вывести. Ну вот, пока что не планирует. Тогда почти уселась, но передумала. Тогда у меня вот здесь был вход, и куры лазили часто, потому что я плохо иногда закрывала, и они залазили. Сейчас я тут основательно все закрыл. Куры не пролазят, а я вот здесь вот хожу, вот так вот оно отодвигается и само закрывается. Автоматические двери, видели? Такие. Зашел. Все, дверь сама закрылась. Но все равно чуть поправлять надо, конечно. Чтоб не пробрались. Ну, я даже не знаю, сколько у нее яиц. Она там несется сама по себе. Иногда, тогда я у нее даже яйца забрал. После того, как вот это разгребли всю солому. Она сейчас новых нанесла. Ну, не знаю, сядет, будет очень хорошо. Не сядет, значит, не сядет. Как-то так.